Итак, мы в Москве, и, конечно же, мы здесь найдем свой любимый торговый центр Amway. Вон там. Мы находимся в московском торговом центре Amway. Здесь тоже есть фитокафе, зона с витаминами, зона XS, напитки и спортивная одежда, офисная зона. Зона красоты. Уход за телом, за лицом, за зубами. Детская, спортивная, айкуковская. Amway Home и кассовая зона. Это вот то, что на кассе можно купить. Печатная продукция. Кофе, чайник. Розочки, благотворительная продукция. Это красиво из окна смотрится. Авиапарк, торговый центр. Когда приезжаю в Москву и нахожу наш торговый центр Amway, обязательно всех гостей веду вот к этому чуду. Это торговый центр Авиапарк, ну, всем известный, но не всеми видимый. Ой, простите. Ну, вот видите, в этом аквариуме не только рыбы, но и человеки. Кто знает, напишите, что это за рыбки красивучие проплывают здесь. С третьего этажа видно наверху самую мелкую рыбешку. Четвертый получается секции. Вот такие средние рыбы. Ну и так, этот аквариум выглядит с высоты 5-го этажа. Посмотрим еще поближе на это чудо. Нигде больше ничего подобного в Москве я не видела. Хочу вам показать два лайфхака из Москвы. Первый – это мои ноги, которые, посмотрите, в чем обмотаны, потому что нереально спасаться от мозолей. И второе – мы хоть и имеем QR-коды, но во всех торговых центрах все удается только на вынос, поэтому мы вот, да, вот так вот на лавочке вот так вот сидим возле торгового центра. Сейчас будем ужинать.